Здорово, молодые, безбашенные и пожилые скайримщики. Это продолжение рубрики «Что будет, если в Скайриме?». И сегодня у нас будет крайне щекотливая тема, а именно «Что будет, если убить Хадвара до создания персонажа?». Как видите, я уже нахожусь на месте проведения казни, и сейчас мы будем, так сказать, готовиться к нашему осуществляемому плану. Ну а пока что вы можете, естественно, поддержать данное видео Лукасом, подписочкой, и также хочу пожелать вам приятнейшего просмотра. Итак, для начала я решил открепить камеру для того, чтобы было лучше захватить этого самого Хадвара. Ну так, подлететь к нему, сами понимаете, да? Прям вот захватить его красиво, и что у нас получается? Смотрим. Бездну список. Давай его на плаху. На данном моменте скипается создание персонажа. Я не знаю, почему так. Альтернативное начало, если что, модификация под названием «Альтернативный старт», где ты создаешь с самого начала персонажа, я отключил. У меня он не стоит. У меня самое что ни на есть дефолтное начало. Вот в этом диалоге, вот в этой сцене перед нападением дракона, естественно, голоса Хадвара не присутствует, но они ему отвечают, вот как, например, в «Бездну список», хотя в списке никакой речи вообще не было. Что ж, давайте теперь, чтобы не затягивать хронометраж, я вам перемотаю на самые интересные моменты, которые мне удалось заснять. И первый такой момент, это помните, когда нужно вот этого микрочелика спасать, его Хадвар такой, давай, иди сюда, спасай. Так вот, Хадвар, я не знаю почему, переместился сюда на это место полностью мертвый и полностью раздетый. Я не знаю, как так и зачем это было сделано, но вот так вот получилось, да. Кто-то у него уже из шмотки спыздил, видите? В наше время даже умирать страшно, да, потому что еще твое тело потом обворуют. После того, как я пробежал далее и пришел на место, где Ралов и Хадвар должны были впасть в словесную перепалку, почему-то Ралов был при смерти. Не знаю как, не знаю почему, что-то его там, может, камнем придавило или что, или, может, он... Колено ему прострелили, хз. В общем, я ждал и так и не дождался. И, естественно, я потом вошел в ту самую казарму, где мы должны быть с Хадваром. Ну, потому что мы же его убили, правильно? Поэтому заходим сюда, смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, в принципе, финал. Да, финал. Потому что я не могу ничего залутать, я не могу ничего открыть. И даже на своего персонажа я посмотреть не могу. Ну, то есть там включить третье лицо и все такое. Потому что у нас персонажа сейчас, по сути, нету. Я не могу открыть ни инвентарь, ни магию уж тем более, чтобы посмотреть на какие-то там свои пассивки, таланты и прочее. Я просто как будто камерой какой-то передвигаюсь. Я даже читами отцеплял эту самую камеру, чтобы со стороны посмотреть на своего персонажа, и все равно ничего не получается. Выходить отсюда вот читами, конечно, можно, прожать там ТЦЛ-ку, пролететь сквозь текстуры, но это уже, ну а смысл? А смысл? Ничего уже от этого не изменится, я, наверное, ну, руки не развяжутся, я вам так скажу. Ладненько, всем большое спасибо за просмотр. На основной и ключевой вопрос, что будет, если убить Хадвара, думаю, я ответил. Приходите на трансляции, они проходят каждый день в 16:00 по московскому времени. Что ж, ладненько, всем любви, удачи и хорошего настроенечка. Всех люблю, целую и до встречи на данном стрече. Пока!